Сорт томата Стенлей. Этот сорт выведен в США. Вот такой вот красавец. Относится к группе биколоров. Если правильно ухаживать за кустом, то можно получить до 4 килограммов плодов с одного растения. Плоды все крупные. Весом бывают от 400 до 800 грамм. Они имеют приплюснутую форму. Вот такие вот они все. И что интересно, на кусту все плоды примерно одного веса, массы одной. Этот сорт относится к высокорослым сортам. Высоту он может достигать от 1,5 до 2 метров. По времени созревания этот сорт среднеспелый. Созревает в течение 110-115 суток от момента высадки в почву. По вкусу эти плоды сладкие, кислинки практически нет. Вообще отличный сорт для приготовления салатов. В разрезе мы видим двухцветную мякоть, оранжево-розовую. Видим, что он многокамерный, очень сочный томат и очень вкусный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши обзоры.